Для приготовления супа со спагетти нам понадобится вода или бульон 2,5 литра, 1 большая луковица или 2 маленьких, 1 морковь, 6 картофелин, 700 грамм филе куриных грудок, 200 грамм спагетти, 4 столовых ложки растительного масла, 2 лавровых листа, 1 столовая ложка соли. Лук нарезать маленькими кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Картофель нарезать кубиками. Филе куриных грудок нарезать небольшими кусочками. Спагетти поломать на небольшие кусочки длиной 2 сантиметра. Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Морковь обжариваем вместе с луком до мягкости. Добавляем воду. Добавляем лавровый лист, соль и доводим до кипения. В кипящую воду добавляем картофель и все перемешиваем. После того, как сварился картофель, добавляем поломанные спагетти, мясо, все перемешиваем. Добавляем воды почти до края кастрюли и доводим до кипения. Варим до готовности всех продуктов. Готовый суп разливаем по порционным тарелкам. Приятного аппетита!